В гостях у вундеркиндов. Глава региона знакомится с учениками центра для одаренных детей. Здесь проживают и учатся больше 200 ребят со всей области и других регионов страны. Губернатор поинтересовался планами подростков на дальнейшее будущее. Спросил, определились ли они с профессией. Какие планы есть? Экзамены сдадим, год конечно, закончим, понятно, конечно, дальше да. Какие планы? Я мечтаю стать программистом. Это мечта детства с 10 лет. В региональном центре для одаренных детей углубленно изучают технические науки. Дети осваивают 3D-моделирование, робототехнику и веб-дизайн. Изучают искусство, занимаются спортом. Поддержка одаренных детей в регионе вышла на новый уровень в прошлом году. На базе Самарского регионального центра создан центр «Вега». Соответствующее соглашение подписали глава региона Дмитрий Азаров и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. В соответствии с поручением президента до 2024 года такие организации должны появиться во всех субъектах страны. Забота о детях, в их воспитании, развитии буквально пронизывают всю деятельность региональной власти. В наших детях мы видим будущее Самарской области, будущее нашей страны. Поэтому построение эффективной системы, выявление и поддержки одаренных детей – одна из важнейших задач. Уже завтра их таланты, способности будут востребованы обществом, станут драйвером развития региона, России в целом. Уверен, что региональный центр займет достойное место в системе образования Самарской области, будет способствовать успешной реализации национального проекта. На первом заседании попечительского совета говорят о концепции развития Веги. В следующем году участникам смен будут доступны образовательные программы по новым направлениям. Сегодня подготовлены, в том числе с нашими сетевыми партнерами, программы уже новых профилей по направлению наука, программы ракетостроения, робототехника 3.0, нанотехнологии в наукоемком производстве, информационные технологии, электроника, биоиндикация. В качестве поддержки учреждение получило федеральный грант более 300 миллионов рублей по нацпроекту образования. Средства пойдут на развитие материально-технической базы, закупят новое оборудование, сделают ремонт здания, организуют химические и физические лаборатории. Все это позволит и в будущем привлекать в центр способных целеустремленных ребят. Лариса Шлафаст, события.